От слов к делу. Для пустующей поликлиники на проспекте Ленина готовят проект. Здание это в центре Чебоксар. Поликлиника известна как бывшая медчасть электроаппаратного завода. За ней роддом. Оба здания давно закрыты. Они сильно обветшали. Прикрепленных пациентов отправили в центральную больницу, после чего нагрузка на нее сильно возросла. Вокруг этих помещений было немало споров. Администрация города предлагала построить здесь 2 многоквартирных дома и возвести поликлинику, но уже на меньшей территории. Однако после долгих обсуждений, публичных слушаний, было принято предложение Минздрав соцразвития Чувашии. В итоге на 6,5 тысячах квадратных метрах должна появиться многопрофильная поликлиника. Деньги заложены. Но проект реконструкции больницы одними из первых увидели члены градостроительного совета. В учреждении планируется разместить взрослую поликлинику. Это первая очередь строительства. И консультативно-диагностический центр с отделением реабилитации для детей и подростков. Вторая очередь. Пожелание заказчика в лице Минздравсоцразвития вписать в поликлинику сложившийся архитектурный облик столицы. Авторы эскиза сохраняют существующий фасад здания, соединяют 2 блока, а вставки выполняют с витражным остекленением. К эскизу у совета оказалось немало замечаний. Проект сочли сырым, предложили подключиться опытным архитекторам города и направили на доработку.